Всем чики-бомбони смотрим. Евровидение у нас Армения. Начинаем. О, о. Очень хорошо. Стильно, стервозно такая королева. Вау, вау, вау. Стиль здесь уже есть, он не только в мелодии, даже в музыке, но и в видео тоже круто. Мне нравится это вот, знаете, сексуальный поток, хочет уверенно, немножко пафоса. Не, не немножко. Пафос как бы выдвигаем на самый максимум. Вау, круто. Красивая девушка, все чётенько. Вот. Это не американский хип-хоп, но здесь тоже очень много алмазов, цепи, там все дела, вот это все. Скажем, понты. О, да спите. Вперед, почему? Теперь это красота. Что такое народ, надо слушать, кому тебя погружает в транс. Все колыхается. Небо, гром, молния, все. Полнейший хаос. Очень красиво, очень красиво. Но она как бы такая, типа девочка-стерва. Она очень уверена в себе. Ну, судя по тексту, да? Вот, все. Эта часть, это уже вот. В душу, да. Первая часть была вот это для настроения такого прям хорошего такого, да. Это уже в душу. Очень хорошая. Она как будто внутри алмаза, да? Мы видели, что там еще какой-то алмаз, да? Очень, очень много вот отсылок. Я не люблю, что здесь это люди, это как бы молекулы, да, еще. Это хит, да. Может быть, не для Евровидения, но это абсолютно хит. О, королева, королева. О, как круто. Все выполнено просто отлично. Сейчас просто, ну, сейчас словно вот жажда крови какая-то есть, дикость. О, да, этот запал, он виден, уверенность это вот, что на фоне словно какое-то, знаете, северное сияние. Очень красиво. Словно добро и зло перемешалось. Причем не только в стиле, да, в самом виде, но и вообще в тексте, да. Значит, не в тексте, а вот именно вот в исполнении, в подаче этого текста.
Вау, очень кайфово, такой легкий вайб, такой вау, воздушный, реально. Хоть и есть какой-то пафос, но этот пафос мне наоборот нравится. Знаете, есть пафос, который не так, который, ну, сразу тебе торчит немножко от него. А здесь он такой в меру, очень крутой. Подходит, наверное, еще потому что к стилю девушки, вообще, то, что происходит, вспышки, эпилепсия, да. Безумно стильная работа. И, скорее всего, не для Евровидения, но это хитара. Чё? Боже, о, все, слушаешь и уже. Может, плюс себя, ну, типа, ребенку нужно подэнсить, сразу врываешься в какой-то пляс, хочется отжигать вместе с участниками клипа. Во! Респект такой. Вот такой.